Я помню еще из клуба «12 стульев» такую фразу. Мы могли бы лучше наладить работу нашей больницы, но нам постоянно мешают больные. Отсюда вопрос. А может ли работать зоопарк без животных? На этот вопрос нам ответит директор зоопарка Святослав Ещенко. Уважаемые дамы и господа, ну вот скажите мне на милость, может ли зоопарк быть без животных? В наше время все может. Я директор такого зверинца, я. Когда мэр перестал наш зоопарк финансировать, мол, я не намерен кормить зверей, когда кушать хотят люди. Все звери, к сожалению, передохли. Мы их шкуры аккуратно выделали на память. И тут из Германии откликнулись спонсоры. Немцы едут к нам со спонсорской помощью. Выход был один. Я всех работников зоопарка и членов их семей заставил влезть в шкуры животных. А чтобы подмена для немецкого глаз была плохо заметна, решили так. Сперва банкет, а потом уже на закуску зоопарк. Встречай немцев в аэропорту. Три человека: Ганс, Фриц и Отто. Ганс один по-русски лопочет, остальные неграмотные. И когда уже на банкете он произносит фразу «Ифан, ты меня уфашаешь?» и при этом целует глобус, я понимаю, что пора. Только вышли из управления, вот немцы все-таки, они педантичные очень, понимаете? Очень педантичный, хоть и пьяный, сразу начали придираться. А почему ты у вас описьяна в аквариуме? Ай-яй-яй! Я говорю, вообще-то это не обезьян в аквариуме, это билетерш в киоске. А сам смотрю, Вера Петровна лыка не вяжет. Губы тушью для ресниц намазала, брови губной помадой. Ну все, думаю. Пока я немцев заправлял, мои все тоже заправились. Подходим к крокодилу. Эта зеленая рептилия лежит на спине, нога на ногу, курит. Дым кольцами пускает. Немцы остолбенели. Das ist fantastisch! Крокодил курить! Я еле выкрутился, говорю, ну, посетители окурки бросают. Животные, как дети, быстро всему учатся. Понимаете? Пойдем-то лучше, говорю, к нашим, ну, поближе, в смысле, к настоящим обезьянам, самым ерша подливаю. Эти обезьяны, все четыре человекообразные, играют в домино. Одна обезьян костяшкой по столу врезала, как вякнет. Рыба! Ганс, о май год, шимпанзе говорит. Я говорю, нет, это икота у нее такая. Рыба! От бананов кубанских. Он говорит, пойдем чушь, к австралийскому вольеру. Говорю, о, у нас такой австралийский вольер, сам ерша подливаю. Говорю, у нас такой австралийский вольер. Кенгуру – это сумчатая. Сидит на лавке, болтает ногами, морда счастливая. Из сумки торчат пол-литра, стакан и пучок зеленого лука. Все свое ношу с собой. Я немцев резко разворачиваю на страуса. Ганс недовольно спрашивает, почему страус, трико и кедах? А что ему объяснить? Мои же придурки в попыхах в страусы ашота определили. Тот постеснялся свои ноги без трико показывать. Это уже, говорит, не страус, пуховая лама получается. Сам спрятался в перья, голова страуса на палке, а ноги в трико. Я пытаюсь скроить научное выражение лица, объясняя, видите ли, Ганс, это не трико, а яйцепровод. Чтобы во время кладки яйца не бились о бетонный пол, яйцо прокатывается по штанине, как по направляющему растру. Ганс недоверчиво, а зачем кеты?
Я ему: вам, уважаемый Ганс, как академику, должно быть известно, что страус птица не глупая и очень гордая. Наотрез не давал на себя бискет трико надеват. Ерша им подливаю, подвожу к гигантской галапагосской черепахе. Огромный панцирь, у входа стоят Васькины сапоги. Из панциря наружу вылетают одноразовые тарелки. Тут Фриц и Отто выразили изумление в виде подозрительного звука. Йоу! Йоу! Ганс им по-русски: что йоу? У черепахи гости. Из панциря вываливается Васькина бритая башка. Дышит перегаром так, что я немцам даже ерша не стал подливать. Ганс игриво: о, сколько эта черепаха лет? И я отвечаю: почти 200. О, что-то она для свой возраст плохо выглядит. Черепаха подняла голову и сказала: ты на себя посмотри. Ах, была как Буратино, я когда-то молода. Ганс воскликнул: вы это слышите? Я говорю: нет, ничего не слышите. А что такое? Ничего не слышу. Он говорит: белый корячка. Я им герша подливаю быстренько к баранам. К барану. А шкур баран досталась главбуху. Ну, нашему главному бухарику. Стоит, значит, этот баран на задних ногах, передними копытами дерево обхватил, бегает. Ну, тошнит его. Ганс заботливо: зачем парашка лезть на дерево? А баран ему с пафосом: у меня там гнездо. Ганс вскричал: папа мне всегда говорит, не пей с русским, сойдешь с ума. И выпил стакан ерша. Тут мой зампрод, у нас его расшифровывают за Магарыч, продам родину. Видите ли, шкура лопоухого тушканчика ему оказалась мала. А его жена работает костюмером в детском театре. В общем, стоит придурок в костюме Чебурашки. Немцы протрезвели. О, это есть медведь? Я да, ушастый гризли. О, вы иметь такой редкий медведь? Я говорю: нет, этот медведь пока я не иметь. Но как только вы улетите... Ганс воскликнул: меня в эту жизнь больше ничем не удивлять. И тут нижнюю челюсть на землю уронил. Потому что навстречу нам по тропинке в обнимку на задних лапах шли два закадычных друга. Белый медведь со львом. У каждого в передней лапе по бутылке пива. Увидели нас, оба икнули. Немцы из вежливости икнули в ответ. Я матерными словами подавился. Ганс взмолился: они будут нас кушать? И тут лев выдал: не сегодня. Судя по выпускам новостей, немцы бежали до самого Берлина. Спонсорской помощи нам, к сожалению, не досталось, но зарабатывать на жизнь мы все-таки научились. Недолго думая, сколотили группу «Животные». Группа «Зверь отдыхает». То, что мы поем на сцене в звериных шкурах, в нетрезвом состоянии, нецензурные тексты. Говорят, Шнур собирается подавать на нас в суд за плагиат. Но я думаю, мы откупимся, потому что публика готова отдать нам свои последние деньги.